Так, вот наш вход. Мы вот здесь живем. Между Бригеттом и вот Глашьют Ориджинал. Вот наша дверь. Открываем свою дверь. Вот такие магазинчики брендовые. Все брендовые магазины уже закрылись. Мы идем домой. Вот это у нас лифт. Такая дверка с ключом. Сначала нажмем на кнопочку. Ну да, сначала надо нажать на кнопочку, чтобы лифт приехал. Нет, ключик вставить. А потом ключиком повернуть. Приехал, двери открылись. Так, все, вот из лифта мы вылезли. Идем вот сюда по галерее. Тут такая галерея, да. Такая, ух, далеко. А вот наверх такая, еще в несколько этажей. На чердаке. Еще туда, туда. Нам повезло, мы живем не на чердаке. Вот, а наше вот это вот. Это, кстати, окно, это к нам же или нет? Нет. Это к нам, конечно, к нам. Нет, не к нам, да? А куда это окно здесь? Вот наше. На, держи. Достоверный факт. Открываем дверь. А, рука болит. И не открывается. Вон, открылся. Вид цвет. Какой шкаф. Нет, какая дверь. Смотри, это реально древняя. И все это вот массив дерева. И еще с этими. Какими-то узорами невероятными. Вот такая, смотри, тема. А ручка какая. О. Мне кажется, все это, скорее всего, от империи австро-венгерской. Скорее всего, все осталось.